друзья! В преддверии прекрасного праздника Международного дня 8 марта в библиотеке имени Пушкина развернулась выставка под названием «Прекрасные и сильные духом». Я познакомлю вас с некоторыми экспозициями этой выставки. Начинаем мы с глубокой древности, с легенд, с верований. Женщины степи всегда отличались особой свободой. Они были соратниками мужчин, их подругами. Как сложилось такое положение, вы можете узнать из книги «Великие дочери Великой степи». Это справочный материал, но очень увлекательный, наполненный интересными фактами. Начинается он с богинь, и далее вы узнаете интересные судьбы воительниц, родоправительниц и других великих женщин. Подобно древним воительницам, женщины эпохи Алаш всегда были плечом к плечу с мужчинами. Это были образованные передовые женщины, первые учительницы, журналистки, врачи. Из нашей выставки вы можете узнать о судьбе дочери Миржака Падулатова, Гульнар. Эта женщина посвятила свою жизнь реабилитации некогда несправедливо осужденных деятелей Алаш. Также у нас есть сборник произведений первой журналистки Назипы Кульжановой. В двухтомнике врача и исследователя Алихана Дусаханова вы узнаете о пионерах казахстанской медицины. И среди них есть много женщин, которые участвовали в движении Алаш. Среди них и Елизавета Букиханова. Это дочь Алихана Букиханова, которому в этом году исполнилось бы 155 лет. Елизавета Букиханова была врачом-гигиенистом. И это была первая женщина-врач с высшим образованием. Конечно же, мы не могли обойти вниманием и период Великой Отечественной войны. В то время женщины были на поле боя наравне с мужчинами, вытаскивали из линии огня, лечили их раны, трудились в тылу. У нас вы можете найти книгу «Все для фронта, все для победы». Она сформирована из работ победителей конкурса, который был объявлен в 2013 году Восточно-Казахстанским советом ветеранов. Не остались женщины в стороне и во время событий декабря 1986 года. Среди них была и наша землячка Сабира Мухамеджанова. Сабира родилась в ауле Акмектеп Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Вести о декабрьских событиях не могли остаться лишь в пределах Алматы. Они распространились и на другие города. Молодежь Каменногорска также собралась на мирный митинг на площади. Сабира – одна из первых жертв на пути независимости. Ей было тогда всего 17 лет. Женщины рождены, чтобы созидать, вдохновлять. И во все сферы, в которых они трудились, они привносили свой особый женский взгляд, в том числе и в науку. Обращаем ваше внимание на серию книг о Нигеле Омер, о выдающихся людях Казахстана, среди них и немало женщин. Здесь у нас представлены женщина-физик, она занималась ядерной физикой, Белла Ахметова, а также Ольга Сонгина, известный химик. Здесь у нас представлена галерея прекрасных артисток, среди них и Роза Шербекова, Бибигуль Тулигенова, и многие-многие другие. Также интересна книга о судьбе Газизы Жубановой. Это дочь Ахмета Жубанова. Она пошла по стопам отца, была великим композитором, а также воспитала много поколений музыкантов. Менталитет казахстанских женщин таков, что какого бы успеха они ни добились в бизнесе, политике, если они не исполнили свое предназначение как мать, как хранительница семейного очага, их счастье все же не является полным. Как же найти этот баланс?
как быть хорошей матерью, женой и при этом добиваться успеха в других сферах. Ответы на эти вопросы может дать вот такая книга Махабат Садвакасовой «Женщины в бизнесе». Это 40 вдохновляющих историй, когда женщины сохранили баланс между семьей и любимым делом. Нурсултан Назарбаев как-то сказал, что Восточный Казахстан – это корона Казахстана, а женщины – жемчужины, украшающие эту корону. В этом сборнике «Жемчужное ожерелье Востока» вы найдете вдохновляющие истории наших восточно-казахстанских женщин. Они добивались успеха в непростое переломное время. Это книга о нашей коллеге, библиотекаре, одном из лучших библиотекарей на евразийском пространстве, Алии Сартимбиновой. К сожалению, она уже ушла из жизни, но успела добиться большого успеха, больших перемен в своем деле. Когда-то она работала здесь, в Восточно-Казахстанской библиотеке имени Пушкина, и возглавляла отдел новых технологий. Она всегда стремилась к тому, чтобы модернизировать библиотечное дело. Женщины всегда являлись неисчерпаемым источником вдохновения для писателей, для литературы. И сами, в том числе, будучи писательницами, изменяли литературу, привносили свое видение жизни. Поэтому в нашей выставке вы найдете раздел художественной литературы, в котором есть произведения, написанные женщиной и о женщинах. Например, вот такая интересная книга Ульбахрам Кургулиной «Вечной теме взаимоотношений свекрови и невесток». А также сборник нашей восточно-казахстанской поэтессы Натальи Матвеевой. Итак, мы совершили путешествие в прошлое, вдохновились историями выдающихся женщин, но также необходимо в этот день помнить и о будущем. Воспитание девочек – это воспитание будущих женщин, а значит, будущего всего поколения. Поэтому мы сформировали отдельный отдел, посвященный девочкам, их воспитанию, их вдохновлению. Здесь вы найдете книги для родителей, например, «Дочковедение» для отцов, как находить общий язык с дочерью, как говорить с дочкой. Из этих книг вы узнаете, как завоевать доверие вашего ребенка, как ответить на многие вопросы, помочь ей сориентироваться во взрослой жизни. И одна из самых популярных сейчас книг для девочек – «Суперкыз» Динары Чайжунусовой. В ней несколько вдохновляющих историй для девочек, изложенных простым доступным языком. А также в конце вы найдете мотивирующее задание. В конце автор предлагает девочке написать свою историю и нарисовать свой портрет, дополнив тем книгу.